Глава региона увеличил критерий нуждаемости после встречи с инициативной группой. На разговор с губернатором пришли около сотни пожилых людей. Вениамин Кондратьев выслушал каждого из присутствующих, а после вынес свое предложение, которое большинство поддержали. Воспользоваться скидкой на проезд в трамвае, троллейбусе и в автобусе смогут те, чья пенсия ниже двойного размера прожиточного минимума. Кроме того, право на льготу сохранилось у всех кубанцев старше 80 лет. Все эти изменения вступят в силу 1 февраля.